И всем привет, с вами Полнор и Сиками, и мы начинаем свою 8-ю серию прохождения... Stardew Valley. Да. Дары земли. Освежающий дождь, лучший друг фермера, ясно. Солнечное ясно, ну как назло. Ну да. А, день рождения Пэм. Так, у нас Пастернак есть какой-нибудь один? У меня есть Пастернак серебряный. Тебе скинуть? Пойдет. Наверное. Давай. Сейчас. Так. Ну? Окей. О. Он не вроде остался. Нет. А, блин, он... Почему я его сделал? Вот он. Так. Окей. Так, вот теперь эту цветную капусту лучше... Да. Вот эти вот полью. Здесь что? А, здесь еще Пастернак был. А, ну и ладно. Халявный Пастернак. Один из. Наполнить лейку. И можно отправляться. Этот Пастернак и продам. Он обычный. Ладно, удачи мне, я пошел вверх. Угу. Нифига у тебя растений. А. Я не знаю, как наполнять пылилку. Ладно. Камень там. Полей. Там просто... кошка умирает. Так, это у нас. Да, это у нас просто деньги. Ой, ладно. А, я про. А там Линусу. Линусу заходит все, что еда. Серьезно. Эх. Окей, на этот раз я пройду до 25 уровня. Сходить, надо спуститься до 20 и порабачить в этом озере, что ли? Ну, у меня тут 20 открыт, так что, возможно, ты сможешь зайти. Если у тебя по-другому не работает. Нет, там же был этот. А, вот что, я сам отдельно у нас, да? Блин. Угу. Ладно, жаль. Ух ты! Ух ты! Вот это внезапно! Взял и получил меч леса! Редкий дроп. Вот это... 2000 денег. Да, надо было мне сходить и рюкзак купить, ну ладно. Я уже внизу. Так. А, аметист. Жуки! Опа. Да вы умрете со второго удара теперь. Нарцисс. Так, пока бар закрыт, Пэм, скорее всего, сидит дома перед телевизором. О, можно спускаться вниз. А, как хорошо с нормальным мечом. Ты не представляешь, как хорошо с нормальным мечом сражаться здесь. И да, я прав. О, можно. Перебрала карамельного портера вчера. Пэм? Угу. Бывает. Что сказать? И как мне вправо. И как мне влево уйти теперь? Ну блин, ладно. Вниз, так вниз. Есть лифт! Тыква, тыква. И я прокачал уровень. Позднее же. Если я правильно помню. Тыква? Они разве не в конце лета? Ну, ладно. Так. Блин. Что где? Проход вниз. Элли. О. А, я с Элли там не был знаком, ясно. Mm. Требуется топаз Гасу. Он у нас был? Да, был. Или мы его продали?
Медный слиток Марни. О, я возьму этот квест. Топаз у нас, кажется, был на... У меня есть аметист. Блин, я думал, у меня есть топаз. А посмотри... А, у меня был топаз. Я его вчера находил как раз. Точно, точно, точно. Вспомнил. Так. Сверху или снизу было? А, то, что надо. Да, сверху. Нам нужна только цветная капуста. Ух ты, сразу вниз. Угу. Что там еще надо было? А, отборный узелок, точно. А, я забываю опять совсем, что мне нужен уголь. Опять где уголь можно? Кукуруз, тыкв, дынь и пастернаков. А где уголь можно достать? А вот вижу железную дорогу. Железную дорогу. Здесь должен быть рядом уголь. Узелок. Так, что это у нас? Кварц? Это узелок. Мы еще заполнить не можем. Осенний, да, кварц. Тоже пока не заполняем. Летний. Летний будет довольно просто. И зимний надо будет повозиться. Угу. Повозиться. Да. Подлагал. О, уголь, 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 уголь. И рел. Я нашел уголь. Странно, что Эбигейл... Ест аметист. Почему странно? Хотя, не знаю. О, гриб. А то не единственное, кто рад маку. Так ты че ничего? Ай, волшебник, волшебник тоже камни ест. Я помню. Ну, Эбигейл это дочь волшебника так-то. Это все знают. Там, там, там. Да. Фу, вишневая бомба, но у меня нету места. А, надо было сходить к Перу. Черт. Ну слушай, похоже по цвету волос, предположим. Ну, ты... не только. И все. А, ну, волшебник еще говорит о том, что у него в деревне есть незаконно рожденная дочь. Так что да. Ай, интересно. Личность у, волшебника. Вот это интересно. И квесты интересные. Что мне выкинуть? Земляной кристалл выкинуть. Омнижиода, найс. А, вот он, путь вниз. В чем ее прикол? Насколько помню, я их разбивал, но из них мало чего выпадало полезного. Ну там драгоценные камни падают обычно. О, мне нужна выносливость. У меня здесь нет выносливости, мне нужно убить противника тогда. Торчина плоти я не могу съесть. А, это судя сказал по... Сказал бы, не, я бы тебе морожку скинул. Черт. Давай, выпекай. Судя по спокойной музыке, я как-то не в том районе. Мог бы быть. А, блин. Так, все, медленно передвигаюсь. Жарат. О, морковка, найс. Черная морковка, найс. Блин, я тут этим оружием еще сломал. О, пещерная морковка, найс. Я их разве не... Или это было? О, мне пещерную морковку надо еще одну оставить. О, зараза. Да, ее надо принести. Угу. Экзотический. Да, ну принесу. Так, я загрифелю у тебя сосновые шишки. А? И желудь. Ладно. Я, короче, у тебя загрифелю сосновые шишки и желудь. Ну ладно. О, е, 30 уровень, найс. Ха-ха. Валим отсюда, валим. По пути я зайду к наш хаб и скину там этот пещерную морку. Где она там, кстати, продавалась? Продавалась. В подвале? А, нет, она, по-моему, слева была. Окей. А, слева снизу, что ли? Фу. Это я успешно сходил. Нашел новый меч, это хорошо.
Экзотический бандл. Кстати, зеленая фасоль золотая не нужна для сбора. И впрямь там мишерная морковка. Найс, готово. А жучиную плоть нам никуда не надо? По-моему, нет. Нам нужна слизь, нам нужны крылья летучих мышей. Ага. Не, слизь, кажется, что я сделал, нет? Ну, посмотрим. Так. Так, до сферы надо удастся им тут зайти, да, хорошо. Да, не здесь. А, или здесь был. Ну ладно, пусть здесь лежит. Кому я там медной слиткой должен был завтра? Марни, а, что ты, ли? Ты квест взял, да? На топаз? Нет, еще не взял. Так, ну, возьми ты его, может, и через инвентарь. Так, топаз, гасу, это... Значит, два дня. Топаз у нас есть вообще? Так. У меня нет, я нищеброд. А да, у меня есть топаз. Сейчас я тебе скину. На. Окей. Взял? Папа открыт, пока схожу туда. Окей. Я к вам вчера или сегодня заходил? Не знаю. Не помню уже. Вчера, кажется. Вау. А, у меня событие с Линусом запустилось. О, точно. Пойду, кстати, тоже его увижу. Он же после 9 обычно бродит тут. А, у меня не запустилось, ну ладно. Похоже, еноты снова вернулись. Мерзкие зловредители. Это я. О, ты как раз вовремя, мисс. Не окажешь старику услугу? Тут за углом енот. Припугни их, а? Один беспорядок из-за них. Вот спасибо. Постращай их как следует, чтобы никогда не возвращались. Хороший енот. Главное, что большой. Буя, прости. Так. В этих баках часто бывает много свежей горячей еды. Если я не заберу, она пропадет зря. Как ты думаешь, я поступаю неправильно? Ну, нет, не пропадать же еде с другой стороны. Действительно, никому не приносит вреда этим. Обещаю, что я больше не буду рыться в мусоре Джорджа. Можешь сказать ему, что еноты больше не вернутся? Бедный Линус. Он пытается выжить, всего лишь что. Так, один бедный слиток. А, меч я оставлю. Да. Блин, камень, я ты знаю, можешь чем ты тут занимался, Линус. Окей. Чем? Я знаю, чем ты тут занимался. Если тебе нужна еда, просто попроси. Я не хочу, чтобы в городе Пеликан кто-нибудь голодал. Держи, я приготовлю тебе целую корзину жареных кабачков. Только не забудь их съесть с моим острым соусом. Ну же, возьми. Отсюда можно сделать вывод, что Линус охотно берет все, что съедобно. Угу. В смысле уже полночь? Я да, шел, да, да, было. Ками, у меня ж мир еще не остановился. У меня ж мир не остановился. Ха-ха, точно, блин. Беги. Погиб такой. У меня бы времени не хватило, я бы сразу свалился после катсцены. Ага. О, я теперь могу делать эликсир жизни. Но он бесполезный, сколько я помню. Так, Ками, я возьму свою лику и пойду ее отнесу на улучшение. Окей. Потом ты сможешь ее взять. Ее будем улучшать твою. Фермер Норрис, у меня капуста. Мне нужна свежая цветная капуста для одного блюда. Можете принести ее мне, Джоди? Ну? А, ну вот как раз у меня есть. Только-только поспела. У меня тоже. Так, ну я одну Джуниму отнесу, одну Джоди, предположим. Угу. А, да, так. Торговец, да, в городе. А, купи рюкзак. А, Джоди. Да, точно. Только с 9 же выйдет. Да. Так, нужно добыть один медный слиток мне еще. Возьми у меня, так, у меня там полно слитков. Думаю. Ками. Так. Серьезно, у меня их полно. А, ну да, ты же только в пещере живешь, точно. Да. Да, без лейки будет никуда, иначе.
А, я говорю, просто сюда кину. Окей. А, мне их все равно надо с собой все взять. Кстати. Так, 5 есть. Итого одну. Одну цветную капусту я. Ай, опять да? Ветер. Это я продаю. Опять ветер с пыльцой. Ну или плохо. А, так. Кому мне нужно там все снести? Так, просьба Джоди, цветная капуста. Джоди у нас. А, доставка, медный слиток, Марни. Марни у нас снизу живет. Точнее, я пошел вправо. Конечно, смотри, какой у меня классный меч. Угу. Это редкий дроп. Покупаешь за 500 молот и не паришься. Ну, да, но... На халяву. Главный его минус лучше. В том, что он слишком мало урона начинает давать ближе к 60 уровню. А, ну Марни, ну открой уже свою ферму. Привет, Марни. Открой дверь! Открой дверь! Кот. Дерево. Мяу. Кстати, насчет кота. Блин, мы его слова не покормили. Но его поилка еще полная, почему-то. Окей. Так, я хочу улучшить себе кирку и свою лейку. У нас хватит на это денег, интересно? А, первый раз хватит, но сначала будет... Он будет 2 дня улучшить только один предмет. А, ну да, кстати. Лучше сначала лейку лучше. Не, мне... Ну да, лучше лейка тогда. Пьер, я хочу... Я прошел за рюкзаком. Опа. У меня тут сцена. У меня тоже. Показывай ты. Давай ты, сперва. Хочется у меня твою сцену... Сцену тебе показывать. А. Как? Что? Добро пожаловать к Пьеру. Чем могу помочь? А. Подходите, разбирайте народ. Купоны на 50% скидки в Джорджа Марте. 50%? Ну, кто-нибудь хочет? Морис такой мудак. Стоп. Это называется конкуренция. Но мне не угадаться за их ценами. Я так буду продавать себе в убыток. И дверь там, наверное, тяжело. Справа. Смотреть, как уходят ваши постоянные клиенты. Ну, разве можно их винить? Очевидно, что корпорация Джорджа – лучший выбор. Скоро весь город это поймет. Рюкзак не забудь купить. Угу. Стоп, ты у меня тоже? О. А, это Эбиги его вышло. Угу. Рюкзак. У меня есть новые слоты. Так, я не... Так. Я вообще пошел знакомиться с... А, вот как раз. Доктор Харви. Харви? А. Так, кому мне еще нужен Джоди? Где ты живешь, Джоди, здесь? Я забыл снизу, уже. Снизу. Вместе с Винсентом. Но где она? Так. Но где она сейчас? Я сюда ставил. Литвилли, Эмили, Сэм. Джоди. Так. А, вот я не вижу Джоди. Она же в доме с Сэмом. Это Эмили. Спорим? Может, я не знаю Джоди, поэтому я не вижу ее. Может быть. Ну, зайду еще и познакомлюсь, чё. Подожди, не понял. Джоди, Сэм. Право, Эмили. А где Джоди? А где Джоди? Замечательно. Может, она за домом? А, Эмили, где твоя сестра? Скорее всего, наверху. А, это Хейли. Подожди. Мне же Джоди нужна, а не Хейли.
Ну вот, на карте у меня Джоди и Сэм. Вопрос только где? Лео, Марни. Пэм и Пенни. Сэм Эмили. Газ. Джордж Алекс. Вера Бегейл Харви. Лея дома. Марни с Шейном тоже дома. Джоди в Джоджо Марте. Не знаю. А, если я пойду туда, то я не успею к Гасу. Эту. Кузнецу. Всегда забываю, как зовут нашего кузнеца, ну ладно. Клинт. А, ну окей. А ну как раз. Джоди схожу, порыбачу. Блин, это не Джоджо Марта. Это кузнец, это не кузнец. Так, ну самое главное, у меня отображалось, что Пэм сидит дома. А, так это еще 2000 золота нужно, чтобы прокачать. Ну ё-моё. Ну не, ну у нас нету денег таких. А на что именно? Чтобы прокачать инструмент. А, ну мы наверное так их потратили. Вот угу. Шейн. Вот Джорджа Марти. У меня, видимо, то ли баг, то ли что. Но он показывает... тех, видимо, их дома он показывает. Почему-то именно. Не вот знаю. Они А, это же ивент, он у тебя, может быть, не прогрузился. Пэм. Может быть, кстати, да. А, так, это? Угу. Есть. Отдал. Вот, Себастьян прошел мимо меня, а на карте он отображается у себя дома. Окей, это странно. А, что я сделал? А, птичник нужно. Ай, блин, я ж все еще не познакомился с... А, этот момент, когда ты построил... в сингле хлев, а птичник до сих пор нет? Только на второй год. Почему хлев не засчитывается? Чем? Ну как птичник. Не знаю. Типа они же одинаково ресурсов требуют практически. На хлеб чуть побольше, конечно. Хелли вас игнорирует. Отлично! Отлично познакомился! 10 из 10. Но это же Хелли, она же ЦСВшная. Ну да. Так, подарить подарок. Кому... Кому я что могу подарить? Не, хер с ним. Подари Линусу. Ну да, надо бы найти еду и подарить. Он потом сашими рецепт дает. Кстати, да, один из лучших рецептов. Внезапно. Особенно, когда ты ловишь там десяток карпов, ловишь в озере. Угу. Внезапно так лучший рецепт получаешь от бомжа. Да? Он еще нравится, по-моему, практически всем. Ну да. Ну, кроме Кента. Когда он вернется. Но ему не нравится ни тортилья, ни сашими. Видимо, для баланса, что ли? Наверное. Целых 2 глины нашел, нифига себе. Так, Линус, я сейчас найду тебе. Отсюда вывод. Летом сажаем кукурузу. И только кукурузу. Окей. Да блин, санфиш что ли ловится? Ладно, пойду в этот. Так, там дальше. Пойду тогда к озеру. Хотя бы карпов поймаю. Ты занимаешься всякой рыбалкой и растениями, а я занимаюсь непонятно чем в шахте. А. Тут пузыри справа. Да? Угу. А хотя ты не докинешься на этом уровне тоже. А ладно, тогда завтра что-нибудь лесу подарю. О! И у меня санка с Линусом. Соник. Угорь, если я правильно помню, ловится только в дождь и только ночью. Арр, да? Похоже, еноты снова вернулись. Мерки во время. Почему он Ивент Линуса запустился? Да. О, ты как раз вовремя, сынок. Не окажешь старику услугу? Тут за углом еноты. Припугни их, а? Один беспорядок из-за них. Вот спасибо. Возвращай их как следует, чтобы никогда не возвращались.
Это должен быть главль. Ага, главль. 40 сантиметров. Хороший енот. Это был я, прости. А это карп. Нет, шучу, это главль. Да, он дергается сильно, это главль. В этих баках часто бывает много свежей и горячей еды. Если ее не заберут, она пропадает зря. Она пропадет. Как думаешь, я поставил неправильно? Нет, не пропадать же еде. Спасибо, Норрис. Я знал, что ты человек широких взглядов. Мне нравится то, что я делаю. Я ведь никому не приношу вреда. Можешь идти домой. Обещаю, что больше не буду рыться в мусоре Джорджа. Можешь сказать ему, что еноты больше не вернутся. Что-то мне кажется, что уже ночь. Кстати. И Линус пошел копаться в другой мусорке. Стой! Я знаю, чем ты тут занимался, Линус. Пожалуйста, не ломай мою палатку. Если тебе нужна еда, просто попроси. Я не хочу, чтобы в городе Пеликан кто-нибудь голодал. Держи, я приготовил тебе целую картину жареных кабачков. Только не забудь есть их с моим острым соусом. Я Джунима капусту не отнес. Ой, блин. Ну уже, возьми. Блин, мы что, капусту всю продали? Пути. Нам нужно срочно бежать. У нас здесь еще пара минут, успеем. Так, это где было? Это сверху? Сверху. О, кстати, надо порыться в мусоре. Урожай весенний. Ах ты, чертов Линус. О, набор готов. Что там? Скоро рост 20. Найс. Время уже позднее. Надо быстрее заполнить полную эту корзинку. Сам понимаешь. Так. Время, остановись! Не может. Так, что у нас за погода завтра? Пыльца снова. Пыльца? Ну ладно. Лег. Час ночи уже. Фактически. Mm-hmm. Быстрее, 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 быстрее. Все полито? Я что-то не помню. Вроде бы все. Да, вроде полито. Фермерство, уровень 2. Новый рецепт, каменный забор. Новый рецепт, майонезный аппарат. Автомат. И спринклер. Mm-hmm. Кстати, спринклер как-то бесполезный в самом начале. Mm-hmm. Нифига мы продали. Mm-hmm. Ой, и всем спасибо, кто смотрел эту серию. Увидимся в следующей. До свидания. Всем удачи. Всем пока.